Всем привет, с вами Рома, и это Grand Theft Auto 3 на Android. И мы пытаемся собрать доход с челов. Так, отвалите. Оп, подойдем сюда, вот этот переулочек. Ой, здесь можно пострелять, смотрите. Немного отодвинем. А, нет, что? Здесь можно пострелять по мишеням. Я об этом месте не знал. Ой. Ух ты! Машинки. О, вот нам сюда надо. Чувак. Ой, ревет-то как. Ой, нет, я предостерегался этого. Они нас сейчас замочат. Нас убили. Да. Невыносимо. Смотрите, какой у нас уродский дом. Так, ну поедем, наверное. Так, задний ход. Будем ездить по правилам дорожного движения. Уже нарушил. Еще нарушил. Let's go the rock, Luigi, it cares. Попробуем пройти эту миссию. Это опять пропустим, потому что это нудняк, интересно. Ну, сядем в машину. Ну. Сейчас мы съездим за нормальной машиной. За супер нормальной машиной. Не та дребедень, которая у нас сейчас. Нет. Врезался. Покоцался. Ничего, пройдет. Так, да, нам сюда. Эту машину, наверное, все знают. Она супер крутая, она супер известная машинка. А значит, давайте возьмем ХП. Нам не сюда, но мы все равно возьмем ХП. Это... А! Мне чонги не погрузились. Так, уйдем с этого места, пожалуй. Мне кажется, она скоро взорвется. Если я продолжу на ней кататься. А, и тут же есть особенность такая. Можно кататься на этой штучке. Давайте поедем на ней. И можно вот еще что делать. Этим можно сбивать людей. Давайте найдем огонь. Больно. И вот мы приехали. Сейчас мы заедем только сюда. Вон она, тачка моей мечты. Припаркуемся тут осторожненько. Так, все отличненько. Это не крутая тачка, вообще-то. Не то, что я хотела показать. И вот что я хотел показать. Она настолько быстрая. Попробую ее не поцарапать.
Давайте попробуем разогнаться со всей силы. Бабка совсем что-то озверела. Скорость. Ой, нет, только не врезаться. Ну что здесь, это ты, машинки. И меня, походу, стреляли. Я заехал на их территорию. Кстати, ты... Нет! Давай вытяни. Нет. Придется остаться здесь. Не знаю, как отсюда на самом деле выехать. А, я знаю. Ух ты, место для дрифта. Знаете, машина вообще не покоцалась. Только если капельку. Нет, ну не говори. Ну, блин. Не гори, пожалуйста. Извини меня. Я тебя оставил гореть. Ты меня сейчас взорвешь, дура. Бедная машинка. Да, я бессердечен. Здесь мы можем наблюдать бомжей. Скоро. Взять у них что-нибудь полезное и полезное. Мы уже смоемся с ними. А, вон и бомжи. Сейчас мы у них возьмем, скорее всего, коктейль Молотова. Или с ними посидим. Давайте с ними посидим. Эй, братюш. Если они мне ничего не дадут, я их убью. Алло. Ну-ка, аптечку мне дали. У них еще, кстати, коктейль Молотова в руке. Ой, не аптечку, это хрень. Так, чувак. Ты должен был мне дать что-нибудь другое. Потому что мне совершенно не нравится твой настрой. Ты чё мне ничего нормального не дал? Ты чё вообще? Ты мне керосинчику-то отдай. Вот это сдохнешь тоже. Окей. Сдохнет. Ха-ха, офигеть, я ее так. Ты еще подерись со мной, ненормально. Да блин, вы что не отдаете мне коктейли свою Молотову? Уроды, я тебя сейчас тоже убью. О! Я всех пытаюсь. Нет. Я все. О, пистолет, откуда у меня пистолет? Да опять. Откуда у меня пистолет? Нет, вот. Но все равно это круто. Сейчас мы выберемся. Будет все чики-пуки. Надо убирать. Так. Встал. Отдохни. Вот как раз будет чем отнимать машинку. Да. Ой, а мы же в том же... О, сейчас еще раз возьмем эту машинку. Заросли. Да вот здесь людей не было. Блин, я уже задолбался пешком ходить. Я хочу уже быть нормальным. О, она там стоит. Они спавнятся очень быстро, конечно. Эти машинки крутые. Давайте доедем, я уже устал. Зайцеслав. Пуксимасти. Хардкор. Кэп-аут.
Да вы что? А у меня есть еще один коктейль Молотова? Блин, пытайся. Ну что, нет коктейля Молотова больше? У меня же было. А, понял, надо вырасти в машины. О, все, отлично, тогда я сделаю, знаете что? Сделаю супер хрень. Я взорву все машины, которые найду. Давайте уже сейчас. Во время задания я маюсь хренью какой-то. Я нормальный вообще человек. Я сам загорелся. Все. Блин, нет, я хотел посмотреть на жестокие взрывы. Оружие, оружие, оружие. Да убери заставка. Ладно, всем пока, с вами был Рома. Подписывайтесь, оцените, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока.